Кадеты школы села Коровий ручей Усть-Цилимского района по традиции отметили окончание учебного года торжественным балом. Они продемонстрировали гостям праздника все, чему научились во время учебы. Дениса Сидорова особенно впечатлили показательные выступления с саблями. На счету 4 кадетских классов Усть-Цилимского района более 60 военно-патриотических акций, присяга и участие в параде 9 мая. Но больше всего ребята ждали именно этого торжественного бала. К кадетскому балу наши кадеты готовятся целый год. Кадетский бал всегда является своего рода творческим отчетом за тот период, который вот в этом году проходит. Кадетский бал – зрелище своеобразное. Это не просто танцы. Для начала марш и торжественное построение. Затем демонстрация приемов рукопашного боя и владения саблями. Мужчины в зале впечатлились. Сердца женской половины зала тронули мазурка, вальс и полонез. Со сцены звучали стихи и песни. С окончанием учебы ребят поздравляли наставники. К слову, все кадеты, а их более 70 человек, успешно завершили учебный год. В планах на следующий – открытие еще одного патриотического класса. С 1 сентября планируется открытие 5-го кадетского класса. Уже в этот класс поступило 17 заявлений от четвероклассников. Кроме нашей школы, пожелали учиться еще и ребята из других школ района. И они готовятся вместе со своими родителями к 1 сентября надеть кадетскую форму. А уже на следующий день ребята сменили бальные платья и мундиры на камуфляж. В районе начались военно-полевые сборы. Они являются своеобразным экзаменом для кадетов. Все знания и навыки, полученные в учебе, они применяют на практике. На сборы прибыли кадеты из Старожевска, Зеленца, села Иб и Сыктывкара. В течение 4 дней школьников ждет множество испытаний и жизнь в условиях полевого лагеря. Денис Сидоров, Елена Черницына, телеканал «Юрган», Усть-Цилимский район. Столбы выветривания на плато Мань-Пупынёр